Всем привет! На канале Настя Текст. Да. С вами снова я, Настя. Сегодня покажу, что я беру с собой на баскетбол. На баскетбол я нашел такой-то маленький рюкзачок. Много всего, короче. Сейчас я вам покажу, что я буду складывать. Я первое, что я беру с собой, это салфетки на баскетбол, потому что есть такие случаи, то, что я могу упасть. Мне могут куда-нибудь попасть, то, что у меня потекает кровь, но я ношу с собой салфетки, и перед, после баскетбола я иногда протираю руки. Кладем вот в самый маленький кармашек сюда. Еще я беру с собой резинку, если у меня резинка порвется, потеряется, ну, на всякий случай, потому что распущенными волосами бегать у нас нельзя. А из формы я с собой беру, сейчас покажу вам, это вот такие штанишки. Вообще их надо вывернуть. Я их с собой не беру, я их одеваю сразу, такие штанишки, и к ним еще входит вот такая вот маечка черная, ну, черно-розовая такая, вот, ее тоже можно выбрать. Они просто все стираются всегда, ничего я еще не выращиваю. Вот, вот такую вот маечку. Так как у меня сейчас баскетбол, я буду все одевать, ну, носочки есть вот такие вот тоже. Там не обязательно белые, вообще это розовые. Ну, видно, как белые. Еще я беру с собой такие вот кроссовки. Ну, это не совсем кроссовки, это, можно сказать, больше какие-то, не знаю, как сандали. Потому что я ношу такие именно, потому что и на шнурках, и на липучках постоянно либо шнурок развяжется, либо липучка отлипнет. Вот такая. И у меня их такие две. Да, я вот эти вот кроссовочки беру с собой. А еще то, что я беру с собой, это самое главное на нашей тренировке. Литр воды. Но у меня пол-литра воды. Такая бутылочка. Вода не газированная и без могучки я потом сейчас сорвать. Она какая-то непростивая. Сейчас сторожу. Ну, надо будет потом все водой смочить, чтобы все лишнее оторвалось. Ну ладно, такая бутылочка, водички я с собой беру. Боже, вкусно. Как может должно быть вкусно? Не знаю. У меня сегодня, кстати, настроение хорошее, потому что я закончила свою честность очень много. Да, ребят. Ну ладно, не об этом. Всего у меня 3. Кладу с собой водичку. Кладу с собой. А нет, носочки я тоже здесь одеваю. Ну, сейчас я расскажу еще об одной такой новости. Которая тоже не особо радостная. Я не буду выпускать видео целую неделю. Я думаю, вы уже догадались, я уезжаю. Сейчас вам покажу, что я беру с собой. Я уезжаю в деревню к моим друзьям. Тут очень много кубиков. Очень много одежды. Ну и там много всего лежит. Еще я беру с собой карты, телефончик, зарядник. Ну, все такое, что мне пригодится больше всего. А всю остальную одежду у меня лежит вот там в сумке. Да. А что вам еще показать такого? А, наверное, я придумала, что вам показать. Продолжение следует.